Медведева. Вопросов очень много. Можно, скажите, ответьте, как можно уменьшить грудь эзотерически? Операцию отказали. Стоит кардиостимулятор. Я думаю, многим женщинам будет интересно. В случае, если вы будете представлять или выполнять практики по уменьшению груди, то у вас, скорее всего, это решится, но не способом естественным, так как грудь уже выросла, а это решится способом другим. Каким же? Скорее всего, появится опухоль в груди, грудь сморщится, уменьшится, ее отрежут. Решение будет предрешено. Вот смотрите, что легче, отрезать или как-то изменить весь организм? Легче отрезать, потому что это человек взял ножик, отрезал ножик, удалил. А эзотерически это нужно влиять, там, допустим, на 1000 циклов, происходящих в печени, 200 циклов, происходящих в крови, там, 5000 циклов, происходящих с метаболизмом разных веществ в вашем организме, метаболизмом калия и кальция, метаболизмом магния и кальция, метаболизмом калия и натрия и так далее, то есть там метаболизмом усвоимостью йода, это много-много всего. То есть если изменить человека необходимо огромное такое массированное влияние, то и есть более простые способы, то обычно проведение или этот мир выбирает самый простой способ. А самый простой — это онкология и отрезание. Поэтому, когда вы говорите, мне не нравится моя грудь, я очень устала, она очень большая, есть ли какой-нибудь эзотерический способ, я хочу вам посоветовать, как эксперт в области эзотерики, не прибегайте к эзотерическим способам изменения своей груди, это плохо закончится. И второй. У кого уже нет мамы, мы очень скучаем по ним, в следующих жизнях мы можем родиться у этой мамы? Нет. Спасибо за ответ, пожалуйста. Не нужно маму дергать. Умерла мама, не нужно вспоминать. Нужно жить, будучи сама мамой. Она вам передала идеи того, как можно быть добрым, хорошим человеком, как можно быть теплым человеком. Кстати, несколько слов по плохим привычкам. Почему возникают эти сущности? Эти лучезарные сущности наших проклятий есть не что иное, как мороки. Они морочат человека, и это является фактически элементами, приводящие человека к служению тьмы. За что борются мороки? Они борются за то, чтобы миром правило человека ненавистничество. Поэтому человек, который выпивает, ему можно утром сложить руки и сказать: «Добрый Бог, я служу тебе, я добрый человек». Если он будет это 5 или 8 или 10 раз в день делать, то он избавится от алкоголизма, избавится от блуда.